Здравствуйте всем, это видео из Киева. Мы видим конфликт на дороге. Вот. Пьяные добровольцы. Защитники Отечества. Одного уже забрала полиция. Зачем вы снимаете? Это что, цирк? Или клоуны-то? Да, ну вот часто это происходит в Киеве. Вот эти в камуфляже бойцы, они напьются пьяные и считают себя героями, расталкивают прохожих, нарушают правила движения, закон для них не писан. Ну а полиция вовремя подоспела, вот поехала. Вот. Вот они перекрикиваются. Ходят по дороге. Я сейчас буду. Ну, пытается договориться. Вот машины притормаживают, смотрят, что здесь происходит. Вот еще один идет, корефан их не идет. Плюет на правила движения. Проходит проезжую часть. Вот еще один. Можете увидеть героя, блядь, Майдана, защитника Отечества, которому море по колено, когда выпьет. Спросите меня. Ничего личного у вас. Я работаю. У меня пресса. Здравствуйте. Вы уже мне должны. Да, я вам ничего не должен. Не, я посмотрю, как вы снимаете. Я смотрю, он происшествие снимает. Все хорошо, что? Ну и боец чуть-чуть ну устал. Я не знаю, кто устал, я снимаю происшествие. Хотите, пожалуйста. Спасибо. А где мы будем смотреть? А где спихнулся? Можете сказать пару слов, пожалуйста. Игорь. Для израильского или... телевидения, пожалуйста. А ну, для кого хотите, хоть для нашего, хоть для израильского. Да. У вас сюжет хороший, но вы нам уже 100 гривен должны. Да, вымогать будешь в другом месте, хорошо? А зачем? Специально на публику играть. Олег. Не, если вы меня снимаете, то значит вы фотограф или... Олег. Меня тоже снимали. Ну правильно? Вам не нравится, я вас не буду снимать, хорошо? Олег! Этот говорит, сними. Не нравится, все, я выключаю.